До момента истины еще далеко. Мы продолжаем игру. Итак, разминку в этом сезоне мы играем вместе с нашими уважаемыми судьями. Вопросы от жюри, ответы от КВНщиков. Итак, прошу, начинаем задавать вопросы. Сергей Лазарев. Здравствуйте, команды, здравствуйте, зрители. Я, в общем-то, уже не первый раз сижу здесь за столом члена жюри, и мне безумно приятно сегодня в очередной раз здесь быть. Финал очень ответственно. И, в общем-то, даже родилась песня. Точнее, три строчки у меня как-то рождаются все время, а четвертый как-то вот не могу сочинить. Я хочу в очередной раз попросить помощи у наших команд. Песня о КВНе. КВН мое сердце разбил, мою душу навек отобрал. Целый год я ходил и судил. Придумайте четвертую строчку. Команда КВН «Минское море». КВН мое сердце разбил, мою душу навек отобрал. Целый год я ходил и судил. И в итоге альбом записал. Да, уже четвертая песня, по-моему. Я знаю, как сделать песню очень популярной. Вы сейчас начинаете, я продолжу. Давайте. Давайте. Готовы? Да. Пишем. КВН мое сердце разбил, мою душу навек отобрал. Целый год я ходил и судил. Allure dance, 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 dance. Не все члены жюри знакомы с этой песней хитовой. Вятка Киров. Ну, значит, КВН мое сердце разбил, мою душу навек отобрал. Целый год я ходил и судил. А в итоге подстригся, финал. Я на самом деле под вятку, ну просто обрасту. Сборная Батайска. КВН мое сердце разбил, мою душу навек отобрал. Целый год я ходил и судил. Ну такое в Батайске слушать не будут, не. Евгений Никишин. Дорогие друзья, вы знаете, в юности я играл в футбол. Да, как-то получилось. Там после игры был банкет. В более зрелом возрасте я стал играть в КВН. Там, соответственно, после игры тоже был банкет. Скажите, пожалуйста, в какую игру мне поиграть в старости, чтобы там тоже после игры был банкет? Так, Киров. Скажите, пожалуйста, в какую игру мне поиграть в старости, чтобы там после игры тоже был банкет? В бутылочку. Sega Mega Drive 16 бит. В какую игру мне поиграть в старости, чтобы после игры там тоже был банкет? Организация банкетов. Продолжаем разминку. Прошу, Михаил Шац. Итак, я задам профессиональный вопрос, докторский. Вы знаете, есть такое выражение «увидеть Париж и умереть». Как города влияют на ваше здоровье? Миллениум Ульяновск. Как город Ульяновск влияет на ваше здоровье? У нас в Ульяновске уже с утра все убитые. Ну и как Москва влияет на ваше здоровье? Я стал бессмертным. Спасибо, Миш. Не за что. Александр Пушной. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Я, знаете, часто провожу эксперименты.
Когда я провожу эксперименты с электричеством, я не могу вспомнить результаты. Так все-таки, ребята, чтобы играть на электрогитаре, нужно ли надевать резиновые перчатки? Александр, прошу, повторяйте вопрос для Кирова. Нужно ли надевать? Да, если вы врач-гитарист. Sega Mega Drive 16 бит. Sega Mega Drive 16 бит. Ребят, вот играешь, когда 16-битную музыку, нужно ли надевать резиновые перчатки, когда играешь на электрогитаре? По вашей логике, когда играешь на пианино, надо надевать бахилы. Ну что, вот спасибо вам, Александр. Спасибо. И последний вопрос задает Гарри Харламов. Здравствуйте все. А, я тут недавно женился. Буквально на днях. Я все еще в костюме и не был дома. Вопрос такой. Женился я, вообще жизнь поменялась, посуда чистая, рубашки белоснежные, в холодильнике полный холодильник. Порядок идеальный. И самое главное, это я все своими руками сам, понимаете? Какие еще плюсы в семейной жизни? Минское море. А какие еще есть плюсы в семейной жизни? Ну, теперь можно еще и стильную бородку отрастить. Да. Спасибо. А какие еще плюсы в семейной жизни? Перчатки не надо надевать, когда на гитаре играешь. Потрясающе, потрясающе. А вот кого я ждал. Высшая лига, просто вот, чемпион. Просто. Я это вижу, как после этой шутки Гусман просто под столом будет лежать. Это вот оглушительный успех будет. А он лежит, на самом деле. Мы прощаемся с командами в конкурсе «Разминка» в этом сезоне. И прошу оценки за этот замечательный конкурс. Максимум 6 баллов. Первыми увидят оценки за разминку КВНчики из команды КВН Sega Mega Drive 16 бит. 5, 3, 5, 5, 4, 4,4. Сборная Батайска. 3,3, 4, 5, 4, 3,8 балла. Команда КВН «Миллениум» Ульяновск. 3,3, 3, 4, 4, 3,4 балла. Команда КВН «Минское море» Беларусь. 5,3, 4, 5, 4, 4,2 балла. И команда КВН «Вятка», сборная Кировской области. 5, 4, 4, 6, 4. 4,6 балла. Баллы за импровизацию в разминке команды смогут дополнить оценками за конкурс «Биатлон». Происходить все будет так. Пошутил смешно, добавил в актив 0,2 балла. Пошутил не смешно, покинул эту сцену. Итак, начинаем по... Два смешных выстрела. Начинает команда КВН Sega Mega Drive 16 бит. Новые ватные палочки, Танюшка. Почувствуй, как Танюшка лезет тебе в ушко. Человечество движется по спирали. Например, в России по спирали уже все, что можно. «Миллениум» Ульяновск. Человек с очень сильным иммунитетом увидел Париж и заболел. В
реке возле Ульяновского химзавода прыгают 8-метровые сомы с криками «А теперь бомбочкой!» Сборная Батайска. Раненый сержант ГАИ штрафовал водителей за то, что у них не было аптечки. Таракану усики, мальчугану трусики. Шаинский опубликовал свое завещание. Минское море, Республика Беларусь. Зрители поняли, что футбольный арбитр куплен, когда после гола он довольный побежал обниматься с командой. Карлсон, который живет на крыше, подрался с бомжом, который хотел жить там же. Вятка, сборная Кировской области. 1 сентября на вопрос учительницы, как я провел лето, московский школьник 20 минут кашлял пеплом. Ленивый сторож, заметив грабителей, набрал ноль и заснул. Результатом 0,2 балла биатлон покидает команда КВН. Ульяновска. Продолжаем. Sega Mega Drive 16 бит. Косметика «Маленькая шея». Моя первая косметика после операции. Сборная Батайска. Водитель КамАЗа не справился с управлением и представил свой автомобиль на московском автосалоне. Минское море, Беларусь. Любишь кататься? Кататься тоже любит тебя. Секта имени Сузуки кататься ждет вас. Вятка, сборная Кировской области. Древняя поговорка гласит, без руки не вытащишь рыбку из реки. Итак, Михаил, ваше решение. Наше решение. Sega Mega Drive. С результатом 0,4 балла биатлон покидает команда КВН Sega Mega Drive 16 бит. Продолжаем. Прошу, сборная Батайска. Если 10 минут постоять в Москве-реке, можно вывести татуировку. Минское море, Беларусь. Пенсионерка Петрова назвала дочку «Пятница», чтобы не забыть, когда поле чудес. Вятка. Пьющий робокоп сдал ногу в цвет мед. Прошу вас, Михаил. Батайск. 0,6 получает сборная Батайска. Итак, по одной репризе, прошу, Минское море начинает. Преподаватель логики не плакал, когда его друг утонул. Потому что он не умел плавать, вот и утонул. Все логично. Вятка, сборная Кировской области. Беззубый бобр насосал плотину в низовьях Вятки. Ваше решение, Михаил. Мы считаем, что победу в этом конкурсе одержала команда «Минское море».